Друзья, вот и подошел к концу наш очередной год вместе. Он выдался непростым, но вместе с тем он бросил нам дерзкие вызовы, которые мы с вами с достоинством преодолевали. Думаю, этот год сделал каждого из нас сильнее в той или иной степени. И сегодня я предлагаю нам с вами немножко оглянуться назад и посмотреть, что мы вместе прошли за это время. Начать хочу, конечно же, с благодарности каждому из вас. Всем, кто смотрел, ставил лайки, дизлайки, нажимал на колокольчики, комментировал и делился нашими видео. За этот год наш канал вырос примерно в 2,5 раза, преодолев отметку 50 тысяч подписчиков. И я очень рад, что вы становитесь все более активными, увлеченно общаетесь в комментариях, подмечаете все детали. Именно таким я всегда хотел видеть этот канал. Живым, винным сообществом, где у каждого есть возможности высказаться. Кстати, знаете, какое видео этого года оказалось самым популярным и буквально завирусилось? Это мое расследование «Химия в вине». Если кто-то из вас пропустил, советую кликнуть по ссылке и посмотреть. Пользуясь случаем, хочу напомнить вам, друзья, что помимо этого канала в YouTube, в уходящем году мы открыли канал для ток-шоу, называется Vitis Pro Wine TV, куда выкладываем наши интервью в прямом эфире. И сейчас там уже 15 винных ток-шоу. А еще у нас есть подкасты. В 2022 году мы выпустили 28 новых винных историй. И еще у нас есть подкаст, который называется «Второй винный», где мы выпускаем интервью с самыми интересными людьми винного мира. В этом году он преодолел отметку в 100 выпусков. Наш инстаграм vitis.academy тоже развивается по состоянию на сейчас. Его читают более 77 тысяч пользователей, для которых мы каждые 2 дня публикуем какой-нибудь интересный и полезный сюжет о вине. Очень простыми словами, плюс много интересных забавных сторис. Одним словом, похоже, мы уже стали самым крупным винным комьюнити в русскоязычном сегменте. И все это благодаря вам, друзья. Именно вы вдохновляете нас делать свою работу, преодолевать любые препятствия и продвигать винную культуру. Особенно мне приятно смотреть, как наша винная онлайн-школа Vitis Pro буквально меняет жизни людей. Студенты приходят туда с базовыми знаниями, то и вовсе без них, а выходят уже продвинутыми винными знатоками и даже профессионалами. И теперь, когда мы запустили бизнес-клуб, у членов нашего сообщества появилось еще больше возможностей реализовать свой потенциал и полученные знания. Я с огромной радостью и гордостью смотрю, как наши студенты открывают свои винотеки, бары, организуют винные туры, дегустации, игры и прочие ивенты. И я счастлив, что все больше людей стремится стать частью этого комьюнити. В завершение хочу поздравить вас с наступающим 2023 годом. Пусть будет он легче, спокойнее и безопаснее, чем уходящий. И желаю, чтобы ваши дни были наполнены интересной работой и творческой реализацией. Чтобы ваши вечера проходили расслабленно и уютно за бокалом роскошного вина под вкусную еду. И чтобы единственной тревогой в этой жизни была мысль: а это вино точно подойдет к ужину? Хотя какая тревога, что я говорю. После наших винных курсов вы будете точно знать правила сочетания вина и блюд и никогда не будете ошибаться в выборе вина. Ну и конечно же, друзья мои, я вам желаю, чтобы у вас было больше возможностей для интересного досуга, в том числе для изучения вина и винной культуры. Ну и я хочу обязательно спросить у вас, а что бы вы хотели пожелать этому каналу и мне лично? Возможно, у вас есть замечания или идеи, как изменить его к лучшему, или интересные темы, о которых вы бы хотели здесь узнать. Вот, например, некоторые мне пишут, что мне нужно перестать жестикулировать, кривляться и выкатывать глаза. Я с большим удовольствием читаю ваши комментарии и пожелания, поэтому не стесняйтесь. Пишите свои мысли в комментарии. И, конечно, в канун Нового года я не оставлю вас без подарка. В описании к этому видео вы найдете PDF-файл с купоном на скидку 35% на все наши онлайн-курсы. Он будет действовать весь январь, но скачивайте его прямо сейчас. И с наступающим вас!